Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Вокальная легенда Хиллард Аткинсон умер в Соединенных Штатах Америки. Знаменитый певец, больше известный по прозвищу Свит Пи, ушел из жизни еще 5 мая, однако информация о его смерти появилась только недавно. Причиной смерти легендарного исполнителя стал сердечный приступ. Аткинсон родился 20 сентября 1945 года в штате Огайо. Позже будущий легендарный вокалист переехал в Детройт. Там он был простым работником и трудился на конвейере завода Chrysler, а в свободное время пел в малоизвестной группе High Energy. Судьбоносная встреча талантливого исполнителя произошла в конце 1970-х годов. Тогда он познакомился с Доном Уоссом Фагерсоном. Впоследствии этот человек был главой важнейшего джазового лейбла Blue Note Rec. Певец стал частью коллектива Фагерсона и начал свое восхождение на Олимп славы. Хиллард Аткинсон сотрудничал с такими звездами, как Игги Поп, Боб Дилан, Элтон Джон, Вилли Нельсон и другими. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!